Всем приятной жизни! Это Шлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, ну и давайте посмотрим, сможем ли мы победить вот эту вот армию. Нам пишут, что серьезная угроза, но я думаю, мы... Ну вот тут победа, причем особо потерь-то, ну 6-2-2, я думаю, я лучше не подерюсь. Но я сюда вообще шел за вот этими... Ну да, видите. Так, это что, набор военачальника? Но он нам хоть повесился, этот амулет. Или нет? Так, а он на шею. А где у нас нашейник? Плечо, наручи. Подождите, я что-то не понял. Это вот эта голова... А, вот шея. У нас тьма на 20%, а это что дает физическую силу. Но физическая сила нам особо не нужна. Блин, мне надоело то, что мне каждый раз пишут эту шнягу. Так, отлично. Теперь у нас есть 53 призрака. У которых есть умения. Какие умения, я фиг пойму. Вот, вот они значками отображаются, а почитать не дают. Надо будет потом почитать, может у призраков есть какие-то умения. Но уже угрозы, как вы видите, стали совсем незначительные. Низкие, низкие. Так что мы уже сможем драться. Ну вот, 10 элементов без потерь раскатали. Так, я, наверное, все-таки начну брать опыт, ибо, ну, короче, деньги, я так понимаю, нам тут вообще не пригодятся. Давайте с этими демонами подеремся. А это кто вообще такие? Вот это, 13, ну, это, наверное, элементали огня или что-то такое. Ну, ладно, хотя вот я халатно отношусь к армии. Но если они лучники... Йорген, ты достал. Я знаю, что мне надо выбрать свой путь. Преследовать. Блин, ну что, без потери никак нельзя? Ну, обычные волки. Стрёмные. Чё у них тут с очками передвижения? Вон, молнией убиваю вообще только так. У него 25 жизней. А ну, я, может, глыпой... Ну, а тут сейчас такой выбор передо мной. Я, наверное, даже знаете, что сделаю вначале? Я, наверное, вначале сделаю общее замедление. Вот, дабы они не так сильно бегали. Теперь подожду. Пусть подойдут. Так, ну ты, конечно, с прямой стрелы. Ну ладно, вот этих надо задних бить. 5-12 ответят на удар. Блин, короче, я как обычно. Хотел как лучше. В итоге получилась полная лажа. Давай вот этих убивай нафиг. Короче, военачальник из меня хреновый. Я не знаю, замедлились они вообще стрёмно. О, кстати, есть кнопка заново. А ну, давайте потренируемся. Давайте потренируемся. Ну, блин. Вот теперь по-другому. Вот этих я убью. Вы пока ждите. Вот волк, он один фиг... То же место самое и подошел. Ну ладно, пока в деф, ты стреляй по нему. Вот, тут же все легко. Деф, ход 2. Ходит... Да фиг ли волк? А, ну и нормально. Ходит первый волк. Мы сейчас вот эту шнягу лечим. На волка мы вешаем глыбу. Вот все просто, блин, как 2×2. Я умудряюсь терять существ. Все, волк не может ходить. Он замороженный.
Все, вот мы идем, его добиваем. Все, без потерь. Все элементарно. Я умудряюсь терять существ. Вот как я это делаю, спрашивается. Я, кстати, это посетил. Ага, вот сейчас посетил. Так, я уникален просто. Ладно, давайте с элементами тьмы попробуем подраться. Мне просто интересно, что в этом крематории. Если он действительно только скрывает существ, то нафиг это нам не надо. Будем грузить автосейв. 25 элементов тьмы. Ну ладно, давайте пока закроем, зайдем в крематорий. А, захватить два крематория — это квест. Ух ты, нам 15 личей за это дадут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А 15 личей — это серьезно, слушайте. Так, а где второй крематорий я видел? А ну-ка покажите мне. Он где-то... Ага, вот он вот тут. Серьезная, да, я понял, серьезная. Мы тоже парни серьезные. А ну погнали. Стоп, это ж я могу перед битвой посетить, да? Пригодится. 15 личей, это хорошо. Я ж не знал, что тут дают 15 личей. 27. Дайте мне 15 личей. Отлично, у нас есть 15 личей. У них 65 жизней. Это, блин, фиговую тучу раз больше, чем у этих. Короче, личи — это круто. О, теперь сразу тут низкая это стала атака. А ну-ка. Блин, а как так 13 этих ты потерял? А ну, давайте переиграем сами. Вот как вот они. Вон, тот кидает дятел по личам. То есть вот эти, что ли, подошли? Ну, вот эти ходят, да? Так, я так предполагаю, что тех лучников мы убьем сами. Я думаю, есть резон заморозить... А. Или молния? Не. Наверное, есть резон заморозить все-таки вот этого чубзика. Ты пока жди. Так вот, вопрос, что бы такое сделать, чтобы не отхватить звездюлей. Но я не знаю, вот по этим лучникам я особо стрелять смысла не вижу, потому что они даже если еще раз стрельнут по моему личу, они его не убьют. Ну, ни одного лича не убьют, в смысле. Наверное, есть смысл нам стрелять, ну, во-первых, подождать, чтобы... А, хотя у лича и так прямая стрела, да? Ну, давайте подождем, может, они вместе как-то встанут и... Так, ну, ну ты однозначно должен у нас шпиндерехать. 5-6, да нет, не стали они вместе. Мы потом на этого чувака, наверное, сможем кинуть за ослепление. Да, я, наверное, так и сделаю. Тех пока не трогаем. Ой, хорошо, 8 он шандарахнул. Ну, подходить к этому нам нельзя, поэтому ты пока становишься в оборону. Вот, хоть 2. Да, вот видите, эти кинули, не убили. Теперь. А у меня уже нет ослепления. Так, а что ж с ним сделать-то? Минус 2 клетки. То есть это он подойдет примерно сюда, да? Слушайте, ну давайте замедлим. Возможно, я смогу ударить. Или я могу убить их молнией. Могу убить их молнией. Но молнию жалко тратить. Я лучше сюда молнию кину. Ладно, пока, давайте... А ну-ка, как у нас у лича здоровье? 17 из 65. Уже надо и с этим что-то делать. Так, а ты 4-10 пробьешь. Ладно, я предпочту все-таки замедлить пока вот этих чуваков. Да, отлично, я теперь с вот этой точки могу ударить вот этих вот чубзиков. Давай, удачка. Не, никак, но он не должен убить. Так, все, лич...
Ты должен себя обезопасить. Хотя я, в принципе, леча могу хильнуть. А, нет, леча не могу хильнуть. У меня слабая некромантия. Блин, 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 блин. Так, а что же делать? Этот у нас никуда не подходит. Он замедлен, отлично. Он даже если будет ходить, он ничего не сделает. А вот эти 20. А как у тебя со здоровьем? 6. Блин, ладно, убиваем этих. А ты стреляй вон в тех. Сейчас этот подойдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я, короче, дятел. Я убил этого чувака, который здесь стоял. Вы поняли, что произошло? Или вы не поняли, что произошло? А произошло следующее. Я убил этого чувака, который стоял здесь, и вот эта вот горилла здоровая смогла подойти и ударить моих, в общем, этих духов. Что, конечно же, меня не может не огорчать. Так. Ладно, мы сейчас молнией бьем по этому чубздику. А, это же еще тут система. Эти циклопы умирают. Они как бы умирают. О, ну я могу вылечить лича. Главное вылечить лича. Да, лич это стратегически теперь важный для нас юнит. О, отлично, он к личу не подошел. 0-1 ответит на удар. Вся фишка в том, что они по-любому ответят на удар, даже если я их убью. Вот такие вот они говнюки. Но вот так они во всяком случае не пойдут. Да, вот так они во всяком случае не пойдут. Отлично. Они умерли. Добиваем этих. И получается, я потерял кого? Я потерял 6 призраков. По-моему, я лучше подрался, чем комп. Я не помню, что потерял комп, но мне сейчас понравилась наша битва. Так, требуется склонность к силе. Я вот это вот не понимаю. Что значит склонность к силе? Я думал, это склонность к крови, но, видимо. А ну-ка. Давайте сейчас попробуем разобраться. Ну, видимо, у моего, да, видите, стоит магия. Склонность магия. То есть он маг, он не силовик. Перетащите значок на ячейку для кнопок. И что это будет? Еще. А ну-ка, и что мне это даст? А, это мне позволит легко заходить в это. О, это удобно. А это мне позволит легко заходить в преимущество династии. Любимцы династии. Так, меч грифонов. Оружие арахны. А я с чем хожу? А я хожу вообще с каким-то похитителем, блин, этим душ. Что-то я вот этого вот Малеха не понял. Сердце Грифона. Я могу вот это одеть. Эй, ты его не уничтожил там часом слу. Эй! Подожди, стой, не. Да как? То есть я если сюда перетягиваю. Не, стопэ. Он его. А, вот! Он у меня в магии лежит, эта шняга. Все, я понял. Так, а вот эти все тогда где? Но это, видимо. Инициатива существ плюс 5. Все, нормально. Нормально, все. Слушайте, так я еще могу и вот эту шнягу сюда перетащить в таком случае, чтобы у нас были быстрый доступ ко всяким кнопочкам. Это же удобно. Так, ладно. У нас теперь другая задача. Посмотрим по квестам. 5 качих, это нам нужно посетить 3 храма. Поэтому погнали в храм. Храм у нас тут, и мы, наверное, так и пойдем.
Вопрос, что у нас здесь? А здесь у нас вот эта шляга, но мы, наверное, по кругу сможем прийти, да? Как обычно это сделано в таких локах. Так что пойдем в ту сторону, посетим храм, и, короче, все будет круто у нас. Беги, 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 беги. Посетил. Так, тут я все зачистил. Этот крематорий я захватил. Вот с этими чубзиками будем драться. Побежали драться с чубзиками. Побежали драться с чубзиками. Да я это все помню. Атаковать. Один лич? Нет. Одного лича отдавать не могу. Лич это стратегически очень сильный юнит, и он на счету каждый. Поэтому... Так, гарпии летят. Ну, в принципе, все понятно. Что вы умеете делать? Находцы, умения. Во-первых, ну они вроде бы не лучники, да? Вот как вот понять? Ладно. Дарует плюс 3 к инициативе, плюс 2 к скорости. Преимущество плюс 10 к сопротивлению огню и уязвимости к свету. И живое существо. Для умений пути крови. Так, короче, я так понял, этих бояться особо не стоит. А сколько ты убиваешь? 3-7, 3-8, 3-8. Ну, что я думаю? Ну, мы можем убить эти 14, да? Или эти 14 мы так запинаем? А у нас потом, кстати, ходят личи. Слушайте, давайте пока ничего не будем делать. Пока сделаем вейт. Ой, как хорошо они подошли. Вы посмотрите. Лич же, он же бьет как бы по кругу. А что? Ну ладно, давайте в этих гарпий, фурии, то есть, да? Это вот они. Давайте в этих фурии шандарахнем, посмотрим. Вот что он сделал? Что ты сделал? Увеличивает уязвимость к магии тьмы на 15%. Замедление. Дальность передвижения на 1 единицу, дальность передвижения на 2 единицы. А я могу же ведь кинуть и агонию. Сколько у них жизней? У них жизней 33. Это они по 3 будут дохнуть. А у вас сколько жизней? 85. Ну, то, что вот эти подошли сюда, мне вообще не нравится ни разу. Не, надо, короче, гасить. Я так понял, гарпий можно особо не бояться. Хотя там 21. Но эти ходят самыми последними. Поэтому мы сейчас шандарахнем, наверное, 21. А они куда долетают? А эта 21 гарпия, она никуда не долетает, по сути. То есть, если я отойду куда-нибудь сюда вот этой шнягой, то эта гарпия мне ничего не сделает. А это? А это долетает только до лича. А, ну и... То есть, я вот могу в эту точку отойти, да? Это, конечно, везде долетает. Короче, можно что сделать? Сколько у тебя урона? 56, 84, 55, 99. Можно вот эту гарпию сейчас вот так вот убить нафиг. Ты тогда кидай вот в ту гарпию. Ты отходи, получается, только вот эта гарпия долетает. Да, только вот эта гарпия долетает, поэтому отходи куда-нибудь сюда. Все, ход 2. Сейчас ходит гарпия. Она нифига не делает нашему личу, а это, видите, просто чуть-чуть прыгнула. 4-9, и вот теперь самый главный вопрос, это вот эти вот чубзики, которых надо снимать 8 штук однозначно. Давай, убей все 10, пожалуйста. Ай, красавелла. О, отлично, он что-то скастовал и, короче, решил дальше не идти. Замечательно.
Мы теперь можем ударить эту 21 гарпию. Кстати, что у тебя с жизнями? У тебя 19 жизней, а у нас еще никто не умер, да? А хилочка у нас есть. А ну давай. А ну ты давай. Кого ты убиваешь? Личик один умер. Ну, а, даже два личика. Два личика умерло. А сколько ж я воскрешу? А я воскрешу тоже два. Вот вопрос теперь, что делать с вот этим чуваком, который... Говнюк такой эдакий. Но мы можем по нему ударить, он еще один умрет, да? В общем, два личика мы воскрешаем. Все, личиков воскресили. Теперь бьем, наверное, по вот этому чуваку. И, наверное, я даже вас пожертвую. О, давай. Боцк. Шакалака. Живи, лич. Отлично, лич живет. Замечательно, что лич живет. Так. А вот как же теперь быть с этими гарпиями? Гарпии ответят на удар, а вот этот чувак не ответит. Сколько у тебя жизней? Ай, три жизни, ну убьют же лича. Я ничего не могу сделать. Или могу? 3-4. Да что ж ты такой слабый, а? Что ж ты такой слабый? Что ж ты такой стрёмный? Ну ладно. Какого фига? Вот это что сейчас было? Что за 23 урона было? Как мне посмотреть лог, что сработало? Статус чат табом может. Блин, ну вашу ж дивизию, а. А мы уже и не успеем. Блин, личик все-таки потерялся. Ай. Не, я не хочу тут терять лича, вообще не хочу терять лича. Вот хоть убейте, не хочу я тут терять лича. Точно так же, как комп мы подрались. Я буду драться, пока лича не потеряю. Короче, тогда идем по другому пути. Выстраиваем тут глухую оборону. Вот как-то так. Только, наверное, надо их местами поменять. Ты иди сюда. А я могу их разделить? Вот это моя ошибка. Мне надо было поделить их, чтобы я мог закрыть лича. Ладно. Давайте сейчас пока в такой системе попробуем подраться. Посмотрим. Так, эта гарпия долетает только до... Ну, они тут теперь, видите, все долетают до упора. Ну, короче, нам надо... Только нам, наверное, надо даже... Слушай, а сколько ты с этого? 5 только ударишь. О, а если мы сделаем общее замедление? Эта гарпия не долетает. Этот чувак тоже особо не доходит. Ты в деф становись. Ты пока подожди. Ты пока тоже подожди. А он, этот чубзик, решил не ходить, да? Ага, вот он что кидает. То есть это такая шняга, которая все, я понял. Так, 3-8, да? Этих мы убиваем. 4-8. Не, но ну я все-таки стукну по этим. Блин, одну потеряли. Так, а у нас лича вообще не трогали. Вот я, кстати, могу этих воскресить. Могу этих. Так, этот пошел, он замедленный. Сейчас гарпия, кого клюнешь? Лича, отлично. Ты добивай ее.
А теперь этого чубзика мы обездвиживаем. Стреляем по нему. Не, ну мне надо... Ну я могу вот эту воскресить, да? То есть, а что я вообще могу сделать? Я могу кинуть агонию на этого чувака. Давайте воскресим тогда вот эту... Погибнет одно существо. А, ну вот все. Ну, отлично. Мы, короче, не потеряли один... Мы не потеряли лича, но потеряли 11 лучников. Мне кажется, это гораздо лучше, чем потерять лича, потому что от этих лучников вообще никакого толку нет. А личи раскладывают, и жизни у них больше гораздо. Вот, на мой взгляд, это выгоднее. Ну и даже если поставить одного лича и 11 лучников, чтобы они дрались... Мне кажется, личи бы их раскатали. Я так думаю. Один лич, точнее. Так, что нам тут дают? Здоровье всех существ на 10% увеличивает. Отлично. Ненасытные упыри. Так, ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.